Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт, мы продолжаем проходить Лего Бэтмен The Video Game, и это последняя часть третьего эпизода. И вообще игры за героев. Бэтмен и Робин пришли, насколько я понимаю, в церковь. Там у нас скрывается Джокер, наверное, с Харли. Так, у ребят закончились патрончики, и Бэтмен тут же их подловил. А, да, по-моему, это церковь. Посмотрим уже изнутри, если нам удастся туда зайти. Окей, игра началась. Здесь у нас помощнички Джокера. Давайте их по-быстрому вырубим. О, ну пошли вон. И куда нам нужно идти? Наверное, наверх как-нибудь, да? Залезть. Так, здесь что-то есть? Нет, только так. Окей. Там у нас костюм Робина. Но я думаю, нам не удастся пока его взять. Давайте посмотрим еще. Локация очень большая. Я думаю, есть где разгуляться. Поискать разных деталей. О, у нас тут синие детали. А мы их очень любим. Так, откуда они там идут? Сверху все прыгают, заразы. Как бы мне их остановить? Я вижу, там рычажок такой есть. Нужно понять, как до него добраться. Так, понятно, это не те детали. Угу. Может, здесь что-нибудь есть? Так, абсолютно ничего, что могло бы нам помочь. Может, нам в эту тачку нужно? А ну-ка. Да-да-да, здесь... О! Так. Вода? Серьезно? Не знаю, возможно, это нужно здесь, но я пока не понимаю, зачем. О, Робин такой резкий. Подождите, стоп. Что-то эта штука точно делает, я уверен. Пока не могу понять, что. Я вниз не могу опускать никак. То есть только таким образом тушить. Ладно, слезаем, ребят. Нет, 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 это не прекратится. Нужно помешать им. Это точно. Попробуем здесь разбить, может, детали будут. Абсолютно ничего. Да что такое? Так, а стоп, если... Нет, это здесь я разбить не могу. Погодите, может, я здесь могу залезть как-нибудь? О, бандиты. Привет. Чувак, ты свободен. Если что. О, детали, ребят, детали, детали. Наконец-то я нашел. Очень долго искал. Там у нас две кнопки. И начинается разгадка. Разгадка всех загадочек. Угу. Серьезно, только сюрприз. Больше ничего. Я опечален. Я очень сильно опечален. Ну нет, нет. Я думал, я разгадал. А, вот. Погодите. Это еще не все. Бойскауты, я нашел детали для костюма. Точнее, для стенда с костюмом. Да что такое? Окей, вроде получается собрать. Давай. Ага, это костюм для Бэтса и взрывной костюмчик. Окей. А, я понял, понял, понял. Нам нужно взорвать. Угу. Теперь пошло, пошло. Наконец-то я понял, что нужно делать. Стоп. Я не могу сюда залезть, серьезно? Что за бред? А, вот. Окей. Угу. Здесь мы все собрали. Давай, Робин, забирай свой костюм. Магнита костюм. Хотя я пока не знаю, зачем он нужен. Потому что я не видел там магнитных деталей. Магнитиков. Но будем искать, будем искать. В любом случае, у нас есть замечательный костюм Бэтмена, который может взрывать здесь все. Это уже большой плюс. Угу. Что? Вот здесь можем взорвать. Эти колоночки, они очень такие тоненькие. Не знаю почему. Тади. Так, здесь ничего не упало, но что-то есть. А, магнитное. Угу, понял, вот. Вот куда нужно Робину. Ну давай, чувак, лезь. Так, в чем дело?
А, вот. Окей, 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 подожди. Так, стой. 5 секунд. Наверное, нам нужно... Блин, было подвинуть. Я бы хотел собрать этот бонус, почему бы нет. Я как бы не особо стремлюсь собирать все это дело. И, видимо, никак не получится. Окей. Я все сфейлил в самом начале. Я не стремлюсь получать эти бонусы, добывать их как-то. Но когда ты их берешь, это какой-то плюс. Просто самому себе. Почему я не могу залезть нормально? Вот, отлично. Так, 3, 2, 1. И сюда. Да. Он не прыгает. Ни черта он не прыгает. Магия и монтажа я уже перепрыгнул. Давайте, наверное, повернем рычажок. Что он открывает? Он открывает окна. Ага, ну как я и говорил, здесь будет Харли Квинн. Только непонятно, зачем она своих же бандитов. Ну, насколько я понимаю, это ее помощнички. Ну, или хотя бы помощники Джокера. Итак, нам уже нужно победить Харли Квинн. Как нам это сделать, я пока не знаю. Неужели... А, водой, да, конечно. Конечно же, водой. Так, разок попал. Второй попал. Взорвали, понятно. Нужно еще раз собрать эту крутую машинку. Или что это такое? Это уже что-то другое, по-моему. А, вот, она здесь. Залезаем. Она очень странно вертится. Так, я попал, нет? Да, попал. Я не успел отпрыгнуть. Монетки, монетки, собираем все мои монетки. Так, что еще? Так, отлично, собрали. Давай, прыгай. Угу. Гаргулья упала, и Харли Квинн убежала. Просто стихами заговорил. Ну что, теперь давайте пробовать. Я так понимаю, мы сейчас этих ребят побьем и сделаем себе... А, нет, я не совсем то я ожидал. Но это тоже неплохо. Еще оригинальнее, чем я думал. Соберем монетки, а потом уже отправимся в эту дверцу. Ну что, жди меня, Джокер, я захожу. А, да, по-моему, это церковь, и она очень похожа на, кажется, в Batman Arkham City была похожая церковь, или Origins. Да, и в Origins, и в City, по-моему, они были. Точнее, а там одна церковь, насколько я понимаю, в Готэме. А, но она очень большая. Это, похоже, она. Если это я не прав, то можете поправить меня в комментариях. Так, а нам сюда, да? Угу. Так, сейчас, еще стой. Как бы так... Черт, не совсем то я хотел сделать, ладно. Лучше не буду пытаться, просто пойду. Черт, как она так делает? Это же нереально, по-моему. Харли текает сюда. Офигеть. Вот же она прыгает. Я надеюсь, эта штучка будет работать нормально, потому что та работала очень странно. Я не мог нормально забраться наверх, но здесь вроде все в порядке. Будем разбивать баллончики. О, там даже какой-то сюрпризик был. Так, что мы сделали? Угу. Теперь Бэтмен по люстре. Ох, какой негодяй. Так, а что, я могу на тросик спрыгнуть? Да, видимо, нет. Пробуем, отлично. О, там что-то есть. Погоди, стой, Бэтс. Что там? О, костюм планер. И зачем он мне? Хм, не знаю, но я сделал все правильно. В любом случае. Его было, кстати, очень тяжело заметить. Согласитесь, если бы я туда не посмотрел ради монеток моих же любимых, то я бы и не заметил этот костюм. Моя жадность нас спасла, ребят. Так, это что? Ладно. Давайте повернем рычажок. Я так понимаю, он поможет Робину. Робин, ты дурак совсем? Хотя я уже ничему не удивляюсь. Так, погодите. Нам нужно вот сюда, да? Не прыгай раньше времени, пожалуйста. Спасибо. Так, как мне выбраться? Угу. Здесь у нас есть...
магнитная такая площадочка для Робина. Давай попробуй взобраться. Но я, блин, боюсь, что он спрыгнет с нее. Потому что он не очень умный парень. Ладно. Так, нет, что-то не то. Я неправильно прыгнул. Так, стой, да... Почему ты не держишься там? Скажи мне, пожалуйста, зачем ты сюда спрыгнул? Так, это разбить... А, нет, стоп. На эту штуку можно запрыгнуть, мне кажется. Нет? Ну и ладно. Хорошо, поднимаемся наверх, если здесь есть, да? Угу. Пробуем еще разок. Я не знаю, почему у меня не получается, но... Это все чертова игра. Так, здесь он стоит, хорошо. Пожалуйста, прыгни на... Да вот прыг... Ты будешь прыгать? Так, тихо. Да прыгни ты уже, наконец. Так, хорошо, я стою, ребят. 3, 2, 1. Я не знаю, зачем он это делает, но... Он очень странный, он меня бесит уже. Вот, опять не прыгает. Я просто нажимаю прыжок. Вот сейчас, я просто нажимаю. Отлично, у меня получилось сюда забраться. Я снова вспомню, что в этой игре нужно брать распрыжку. То есть, если ты, например, запрыгиваешь на какой-нибудь блок, то тяжело будет потом с него спрыгнуть. А если сделать это все с распрыжкой, то есть одного на другой так быстренько все, то будет окей. Будет вполне окей. Так, открываем. Давай я на дальний пойду. Угу. Залетаем, Бэтс. И у нас появляется видяшка. Подождите, а... Ладно, пока ничего. Ого, большая-большая комнатка. И там у нас, по-моему... Так, есть Харли. И Джокер. Джокер здесь похож на девушку. Так, они в колоколах, и то есть нам нужно достать, я понял. Давайте попробуем. Вся эта сцена с колоколами и вообще на верхушке церкви мне очень напомнила фильм «Бэтмен» 1989, кажется, года с Джеком Николсоном в главной роли. Ну, точнее, он был Джокером. Да. Очень даже неплохим Джокером. Вот, и это все мне очень сильно напомнило. Не знаю почему, потому что в конце... А, ну не буду спойлерить. Хотя это не спойлер, черт, это фильм 89 года. Да, когда он его там сбросил вниз с этой церкви, или церковь это была, или нет, не помню, но... Кажется, было так. Ты можешь как-то повернуть? Угу. Неужели? Ты залез с первого раза. Ты начал меня радовать. У нас есть костюм-планер, хотя здесь он, по-моему, совсем не нужен. Ой. Так, что-то я не так сделал. Еще раз попробуем. Так, три. А теперь куда? Так, здесь у нас что? Это кнопки, да? Кнопки, ага. Джокера мы скинули. Куда пошел, зараза? Хорошо. Сиди там. Теперь возьмемся за Харли. Харли, Харли, иди сюда. Давайте решать загадку с ней. Что тут нужно сделать? Понятно. И спланировать. Костюм-планер у нас уже есть. Все имеется при себе. Так, это наковальня, она зачем-то падает и открывает нам проход. Ну-ка, попробуем. Куда я должен запрыгнуть? Ага. Возьмем монетку. Возможно, мы возьмем звание супергерой. И мы с Робином... Так, я хочу взять эти синие монетки. Даже если я еще раз так сделаю, мне все равно. Синие монетки намного важнее, черт. Так, 3, 2... Черт, не мешайте, пожалуйста. Залетаем. Давайте сделаем для Робина, да? Угу. Робс, ты идешь? Здесь у нас кнопки. Робин, черт возьми. Угу, теперь Харли. И что получается? Я не понимаю. У нас тут
Кругом динамит. Я надеюсь, он не подорвет это все. Вертолет Джокера. Понятно, он решил... Он решил сбежать. Так, хорошо. Водяные пушки. Хотя я не знаю, как водяные пушки могут сбить вертолет. Я такого еще не видел. Если я построю две пушки, интересно, Бэтмен тоже сядет туда? Так, будем ловить ее. Кого ее? Точнее, вертолет. Эй! Давай, Бэтмен, ты сядь. Может, ты у нас получше стреляешь. Да, черт, сядьте уже кто-нибудь. Пойду я, наверное, построю вторую пушку. Возможно, она нам поможет как-то. Погоди, достроим. Отлично, получилось. Давайте теперь садитесь. Я сюда. Да кто-нибудь... Что за бред? Почему вы не можете сесть нормально? Как это вообще игра должна работать? Где? Вот, садись. Почему Робин не садится на другую пушку? Я не понимаю. Наверное, эту пушку разбомбят, и тогда я должен буду пересесть. Возможно. Ну, повернись, повернись. Хорошо, сядем сюда. По идее, я попал. Я не понимаю, зачем две пушки. Это странно. Могли бы сделать одну большую, но посередине... А, понятно, вертолет просто закоротило. Его постоянно коротит, и, наверное, в последний раз он взорвется или что-то типа того. Пересядем, хорошо. Окей. Вот. Все, вертолет разрушен. Джокер с Харли падают. И начинается битва с Джокером, и у него очень много хп. Очень много. Оу. Монетки, монетки мы любим, ребят. Там что-то еще внизу? Нет. Зря я туда упал. Пошел вон, Джокер. Вау. Ладно, поздоровался со мной. Очень приятно. Я его бью вообще? Вроде бы да. О, мы вступили в схватку. Ты чего убежал? Эй, трусишка. Давай, Робин. Поддай ему. Ну что, Робин, ты закончишь с ним или или Бэтмен? Видимо, Робин. По-моему, это еще не все. Так, смотрим. Вау. Эффектно, очень эффектно. Мы не могли проиграть. В чем дело? Давай, Бэтс, зови своих дружков. Я не знаю, это выглядит очень глупо. То есть, получается, Джокер боится летучих мышей? Или что? Хм, интересно. И на этом заканчивается. То есть конец какой-то очень странный получился. Не знаю, было бы, наверное, проще без всей этой штуки. Или когда он нас ударил с Робином, да, этим электричеством, то можно было бы как-то продолжить геймплей, мы могли бы еще подраться с ним. Но этого не сделали. Ладно, на этом мы заканчиваем часть за супергероев. Сейчас посмотрим, что там будет в конце. Так, давайте поглядим. Мини-наборы. Так, закончить историю. Давайте это сделаем. И посмотрим, что будет в конце. Насколько я понимаю, мы сейчас в лечебницу Аркхэма, да? Отправимся, посадим всех преступников. Да, как и обычно в конце эпизода. Но после этого нам дадут возможность поиграть именно за злодеев.
Что будет сейчас? И снова Готэму нужна помощь, ребята. Я не знаю, куда он... Он снова, как и Человек-паук, да, в небо куда-то пускает эту штуку. Ну, ладно. Нет, закончили отлично. Мне очень понравилось. Лежа Бэтмен, ребята. Лежа Бэтмен за видео ЖЖ. Мы закончили. Мне очень понравилась игра. Игра хоть и старенькая, 2008 года. Но, по крайней мере, она интересная. И даже поинтересней некоторых новых игр. Не буду говорить какие. На этом все. Если вам понравилось прохождение за супергероев, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вам все это интересно. Там еще много других прохождений, не менее интересных, чем это. Пишите свои обязательно комментарии. На этом все. Ждите прохождения за суперзлодеев. Я думаю, это тоже будет не менее интересно. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующих сериях.